Добрый день, уважаемые участники форума. Я представляю оргкомитет конкурса «Регион устойчивого развития», созданный правительством Российской Федерации и Сбербанком России. Оргкомитет создан как единое окно для реализации инвестпроектов, которые претендуют на получение как средств господдержки, так и получение льготного банковского кредитования, где срок проекта составляет не более 15 лет. Данный продукт создан для всех отраслей промышленности, включая жилищное строительство и объекты по девелопменту.